Смотрим, что нам предлагает коллапс. Не помню, чтобы мы слушали коллапса. Понятия не имею, что это такое. Старичок 2005 года рождения, начинающий музыкант из Челябинска, работающий в разных поджанрах хип-хопа, как трэп, UK drill. Старичок, да, шарит за тренды, делает грязь. Рэйч еще здесь. Дэм, бро, и трэп, и дрэйч, и дрил. Ну, это опасно на самом деле. Вот честно, да, как будто это довольно-таки опасно. Как будто имеет смысл все-таки сосредоточиться, да, на том, что ты любишь. А тут у нас перечислено просто все, что на хайпе, так или иначе, да. Работает он с 22 года. С 22 года такие кислотные цвета вижу. 22-го один всего лишь сингл. 23-го три штуки. И вот 24-го сейчас. Такие кислотные, агрессивные. Посмотрим, что это такое. Да, у нас здесь 59 слушателей. Но это чистый фрешмен. Если это норм, то прекрасно. Если нет. Третий по счету трек с предстоящего альбома коллапса Хала Вандала. Инструментал выполнен в стиле NY Drill. А, это нью-йоркский дрил, да? Это не UK дрил. Ну, посмотрим, что это, чиф-киф, и куда это, что это туда. Битмейкером из Лондона. UK Drill. Cos Finger Beats. Сэмплом для инструментала выступил трек Far East Movement. Decoder is like a G6. Like a G6 засэмплили, да? Угу, тейп соглашается с этим, это очень круто. Смотрим, типа с 50 прослушиваниями. Бро, это донатные треки. Донатные треки плюс клипы, которые мы выбрали заранее. Все очень просто. Смотрим, слушаем внимательно, что это такое. Let's go. Скорее всего, это UK Drill. Да просто у меня в душе греет. Углюнула, но мыща не найдешь. Люха на мне, ублюдок в форме как пели. Прыгал нас под красных гифтом и отпели. Отбили как фели, знаки на теле. Любовь прямо на стайле, дал грязи еще на 100 лет. Кручусь как Дэкли, скрутил Кингсайд Джонни Блэкли. Сказал лохов как Нески, тер баскик. У меня брески, гугладка джели. Это еще даже не пик, вроде служит. Не аргрил, фрифлок, не называй района блок. Она трется глиттером, обой глок. Кино. Вот сам говоришь, да? Не называй районом блок. И на следующей же строчке рифмуешь глок. Дэм, бро! Она там ослюняли свой болт, о мой бог. Я в грязи, я снова там, они даже не могут попасть так. А я, блядь, живу Дэм, бро! Знаешь, в зеле, но я не веган. Дал тап ебало префам. И ты съебешь отсюда, нигер, быстрым бегом. Базарил смело, теперь асфальт обрисован мелом. Ебу грязнейших сучек, нахуй этих целок. Верти задом, шлюха, верти задом, шлюха, надо мной. Трясти жопой, сука, а. Сука, мы с этой шалавой на рифе. Глотка морское дно, мой фул магнит. И я магничу эти рифмы. Окей, бро, окей. Шлюха на мне, ублюдок в форме котфели. Прыгал нас под красный, что мы отбили. Отбили как фели, знаки на теле. Найт их фриз, фриз, чекай флоу, я бис, бис. Тема нас слюнявит, пока я слюнявлю лист. Самый грязный дрил релиз. Руки в зале, то вверх, то вниз. Клянусь, встреча нас, ты будешь танцевать на бис. Кручусь, как Бекки, скрутил Кингсайд Джонни Блэк. Ужас, бро, ужас. А, плюс, единственный плюс этого трека, что ты более или менее стараешься чувствовать ту хуйню, которую ты навалил на бит, которая называется текстом в данном случае. А, слишком примитивный пиздец творится здесь у нас. Слишком примитивный пиздец у нас творится в тексте, да, у нас n-word, которые, ну, абсолютно нелепые. Ты предлагаешь не называть районом блок, употребляешь при этом n-word и говоришь про глок. И всю прочую поеботу. Схавал лохов, как Несквик. Скрутил Кингсайз Джонни в блэклист. Да, гладко джели, еще не пик, врубись, мужик, гра! То есть, вот типа, знаешь, максимально...
Вот тайповая история, которую напишет, скорее всего, нейросеть. С тейками, да, вот супер шлюха на мне, ублюдок в форме, прыгал нас там, отпели, отбили, как знаки на теле, пели, пели. Очень плохо, бро, очень плохо. Он живет на битах, Pop Smoke в ахуи, да, в ахуи. В полнейшем ахуи, да. Они даже не мог попасть так. Я, блядь, живу на битах. Но он не кэпит в том плане, что как будто вот ему действительно интересно делать эту историю. Он, типа, пытается в нее погружаться. Но настолько тайповый битоз, да, вот здесь, ну, что-то у нас, что-то он где-то там G6 как будто чуть-чуть промелькнуло. Очень ровно ты идешь, да, для того, чтобы это качало, вайбило. Очень ровно. Немного ровно в плане изменения какого-то, да, контраста. В плане текста невозможно слушать. Я готов слушать абсолютно разные, да, грязные вещи. То есть у нас есть говорители хуйни такие, как Heron Water, Roma 163, Скали Милана. Вот сегодня один был из фрешменов, да, тоже он любитель говорить хуйню. Когда это задорная какая-то хлесткая, интересная, ярко необычная история. Ок! Мы можем слушать. Но здесь ты просто смешал, вот прям надристал, короче, да, вот максимально шаблонной хуйни и прям такой, нать. Вот это проблема. Та структура, которую ты положил, она могла качать и иметь более или менее интересные панчи, да, пиле. И ты еще назвал этот трек пиле, бро. Ты понимаешь, да, вообще, о чем речь? Что касается облоги, облога крутая. Облога, бросающаяся в глаза. На дрипчике ты на таком, да? Угу. И название «Пеле». Это было хорошо. Правда. Уф. Этот «Пеле» реально забил болт. Уф. Это было неплохо, бло. Бло. Это было неплохо. Мой трек на SoundCloud Just Score лучше. Лучше этого в 500 раз, хотя я делаю всего пару месяцев. Молодец, бро. Респект. Косфингер. 20 years old, from London. Ну, слово «Лондон» как будто бы должно назвать... Ебать, это Лондон. Но на самом деле все практически, да, большинство пиздатейших битов делают пацаны с СНГ. И, допустим, Рэдди, да, альбомчик продюсировали пацаны с Украины. Там, и многим большим артистам пишут, и Иту в том числе тоже они. Поэтому, ну, слово «Лондон» как будто... Оно должно, по идее, какое-то и где-то ёкать, да. И мы такие, типа, ебать, это же Лондон. Но похуй. Вот, смотрим исключительно на качество, да. Да. Неплохо, правда, неплохо. Битос неплохо. Что касается трека, знаешь, грязь, она классная, когда она острая. То есть, когда ты остро намазываешь грязь, делаешь это со стилем, то ок. Я понимаю, что репрезентовый сам по себе там дрил, да, какой-то, который где-то там про гырту рассказывает, про вот про хуйню вообще полную, да, в своих текстах, ребята. Но русскоязычный рэп, он все-таки требует, ну вот правда, да, вот даже помнишь, вот «Облако», когда начинал, вот это как и как будто бесконечное, да, и какое-то непогружение, оно сразу отталкивало, да, от эту историю. Сейчас он совершенно переработал свой подход к тексту. Совершенно. Вроде репрезенты, да, хуярит. Тем не менее, совершенно с другим текстом. Поэтому хоу, вот это все. То есть бесконечные максимальные англицизмы, да, с неуместными абсолютно n-вордами, они показывают тебя как человека, который далек от этого. Далек. И это плохо. Да. Далек от культуры, так сказать. Так сказать, от культуры. Вот такая вот история. На альбоме «Обла» наши проды сделали сильнее, чем... Да, 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 все так и есть. Еще раз послушаем, оценим. От 1 до 10 чат. У вас есть возможность оценить этот замечательный релиз. А есть ли у нас клип на него? Есть ли у нас клип на него? Нету, да? Нету. Арму Баф. Да, это было. Вот так вот. 0, минус 1. Два за обложку. Обложка хорошая, да? Да. Задушили, да вы, короче. Задушили вы фрешмена, но принимается. Да похуй, у меня в душе греется. Пища не найдешь, шлюха на мне, ублюдок в форме, как перепрыгал на спут красных гифтом и... Много высоких в целом, знаешь.
как будто хотелось бы на слайдиках, чтобы ты такой вот более, знаешь, широкий, объемный, да, вот гирту нам какую-то показывал, чего-то там типа PTSD, да, вот как, вот, допустим, да, вот. Воздух, хочется воздуха, бро. Отбили коктейли, знаки на теле. Бубок прямо на столе, дал грязи еще на 100 лет. Кручусь, как Бекли, скрутил Кингсайд, Джонни Бекли. Сговал лохов, как Нески, Йор Баскик. У меня брески, гуглат, как джели. Это еще даже не пик, врубись, мужик. Нью-Йорк грил, фрифлок, не называй района блок. Она трется глиттером, обой глок. Сгоняем с ней в кино, она там обслюняет свой долг. О мой бог, я в грязи, я снова так слюняю свой долг. О мой бог, я в грязи, я снова там. Попытка сделать объем, да, панораму, но звучит очень-очень сжато, очень сухо. Они даже не могут попасть так, а я, блядь, живу на битах. А я, блядь, живу на битах. Моя жизнь зелень, но я не веган. Дал тап ебало префам, и ты съебешь отсюда не... Худян, глянули клип уже. Да, бро, страшный клип. Страшный клип. Реально, забрали. Явился ты артистом, знаешь, таким артистом, который заявил о себе именно визуалом. Впервые, на мой взгляд, настолько сильным. Мне кажется, тяжеловато тебе будет удержать такой уровень визуала, но хотя бы этот клип уже есть, и это очень круто. Респект. Быстрым бегом базарил смело. Теперь асфальт обрисован мелом. Ебу грязнейших сучек, нахуй этих целок. Верти задом, шлюха, верти задом, шлюха. Надо мной трясти жопой, сука. Трясти жопой, сука. Сука, мы с этой шалавой на рифе. Глотка морской. И еще нюанс, бро. Еще один нюанс. Актуальность такой музыки. Актуальность такой музыки была, когда был праздник жизни, праздник флекса, праздник денег, радости, гулянки, клубов и хуйни. Это 19-21 край год. Даже там 18-й, да, вот это вот. Даже такие треки Фараона, как 5 минут назад, про вот эти все глотки, вот эту всю хуйню, он считает зашкварным для себя, и ему не нравится, что он на нем отработал. Но это еще раньше было, но в целом вот эту всю тему можно было накидывать. Почему сейчас работают ребята 52? Даже те же самые, вот там Heron Water, он там в лирику немного пошел, да. Вайперы тоже на альбомах своих стараются там разрушить, да, там майсить. То есть что-то про жизнь. Сейчас более осознанная история подходит. Эта музыка, она года 3 назад, может быть, ок, сработала бы. Может быть, даже с таким текстом. Сейчас это как будто не совсем в кассу. Если ты скажешь мне, что типа мне похуй на тренд, я хочу делать то, что мне нравится, принимается. Но это будет... Понимаешь, тут есть нюанс. Вот ты можешь, допустим, делать музыку, которая тебе нравится. Там, бум-бэп, допустим, тебе хочется делать. Ты погружаешься, тебе есть что сказать. Вот эта музыка, да, особенно с таким текстом, она все-таки более трендовая и коммерческая. И что тебе нравится? Лить достаточно простой примитивный текст на однообразную подачу и на достаточно сухой по свидосу битос, как будто это история про трендовость, про актуальность звучания больше. Если бы ты показал какой-то экспериментальный хопчик, да, даже с хуевой реализацией, как будто бы это было более, да, интересно. А здесь что мы получаем? Мы получаем трендовое звучание, которое так себе работает. Не знаю, бро. У 52 завуалированный и красивый флекс. По сути, там не то чтобы флекс. Там типа жизнь простых пацанов, которые братики, семья. Там вот недавно там со сцены так рассказываешь, там деньги не главные, вот это все, да, там не шлюхи, хоу, там глотка глубокая, нет. И даже что касается супертрэпа или тайпа, да, вот ребят то, что делают, это деконструкция своей личности в плане типа у меня там какой-то пиздец с головой, я погружаюсь, я таю, я охуеваю, умираю, там и сумасшествие. То есть это все как раз-таки следствие
от рынка потребления, больших денег, осудина какого-то, легкодоступных женщин и всякой хуйни, да. Базу этого Платина накидал на пятый круг, рассказав о том, что ты сходишь с ума от вот этой всей хуйни, которая творится. Не знаю, бро, не знаю. Не знаю, с какой стороны подобраться так, чтобы это сработало. 2 балла за образы. Но учитывая флексовость жанра, 3, окей. Структура, ритмика. Просто 5 баллов, ровно пиздец. Индивидуальность, харизма. Ну, ты был на бите, правда. Ты правда был на бите. Не могу слушать 52 из-за того, что в моем городе и только овсники их слушают. Ну, вырубай предвзятость, бро. Вырубай предвзятость и старайся просто наслаждаться сам музыкой. Да, старайся наслаждаться сам музыкой. Это очень важно для того, чтобы иметь возможность получать удовольствие от музыки. Многие люди, знаешь, я думаю, тебе это знакомо, когда ты слушаешь какую-то музыку, ты получаешь от нее удовольствие, как только она становится популярной, тебе она сразу становится казаться дерьмом. Просто даже она не меняется. Типа, о твоем секрете все узнали, и когда уже все это слушают, ты уже слушать не хочешь, потому что ты хочешь быть не такой, как все, и поэтому ты должен обязательно слушать андеграунд. Вот эту хуйню тоже надо выкорчивать, да, для того, чтобы получать удовольствие в целом от жизни, иначе ты все время будешь корчить из себя хуевого эстета, которому нравится то, что никому не нравится. А если вам это всем нравится, тогда мне точно это не нравится. Ну, типа, это, убирай это по возможности из себя. Да. Ну, в общем, как-то так. Ты был, да, здесь. Слишком ровно, я не знаю. Ну вот, напел, да. Реализация стиля. Ну, попадаешь в такт, и базару нет. Видос не лучший, правда. Сухо звучит, не объемно. Не Dior, да, ну, понятное дело, не что-то такое яркое. Но ты попал, да, вот куда надо, поэтому атмосфера, вайб. 1 балл, честно. Очень ровная харизма. Очень ровная структура. Ужасный текст. Жанр. Нас перекормили этим отчасти. Но даже если абстрагироваться от этого. У нас есть ребята, фрешмены, да, которые делают разный дрил. Тот же Кураре, да, неизвестный артист, так сказать, в широких кругах. TSBOPT, ну там экспрессия, да, такая. Но у них тоже больше, так сказать, Нью-Йорк иногда есть, да. Так вот, бро. Как-то так. Что касается еще, есть ли там что-то еще? Нет. Надеюсь, это было полезно. Для того, чтобы прогрессировать, тебе как фрешмену, на мой взгляд, тебе имеет смысл, если ты хочешь рассказывать грязный репрезент, базару нет. Но текст все-таки должен быть твой. В чем твоя индивидуальность вот в этом треке? Где она? В каких-то фразах, в каком-то подходе. То есть это как будто перевод Ctrl-C, Ctrl-V не самого лучшего даже англоязычного трека. Тебя тут нет на этом треке. Хоу, глотки, блоки, глоки. Хуйня полная. Очень ровно подаешь. Нравится тебе дрил? Супер. И мне тоже нравится, кстати. Играем до сих пор нравится. Но покажи себя на этом треке. Не знаю, достаточно ли у тебя опыта именно жизненного, да? Чтобы это звучало правдоподобно. То есть реально ли ты переживал те вещи, о которых говоришь? Допускаю, что можно рассказывать в треках вещи, которые не происходили, просто тебе это интересно. Допустим, Каспийский груз, когда рассказывают про какие-то там менты, повязали, сидели, тюрьма, они тоже вроде не сидели, да, поэтому нет вопросов. Но погружение, да, погружение и какая-то уникальность истории. То есть ты нам прям жесточайший конвейер показываешь, жесточайший конвейер. Текст айдентика, да, то есть кто ты на этих битах, в чем твой дрил отличается, да, там. TSBOPT, подача, харизма, окей, обла, флекс и текст хороший. Где здесь ты? Ты что хочешь показать нам? Грязь ты хочешь показать? Грязь. Чтобы показывать грязь, нужно очень хорошо владеть словом, нужно очень хорошо владеть русским языком. Грязь тонкая, острая, едкая, вот тогда она кайфовая.
А когда там ебал шалаву, большая глотка, хо, опыт, деньги, куплю всех, все мудаки, рот ебал. Такое неинтересно слушать. Это набор дерьма. Да, Lil Crystal, мягкость. Да, понимаешь. Вот Crystal дает стиля, жесткого стиля, мягкого. Ты хочешь дать грязи? Учи русский язык, бро. Правда. Учи русский язык, братик. Пока пусто. Да. Спасибо. Надеюсь, это было полезно.